Всем привет, друзья! С вами Малдер, мы продолжаем играть в Ведьмака второго. Судить медальон Хенсельта. Зелье могущества. С Детмальдом нам надо, да? Ну подождите, а нам по заданию где-то надо было сходить к тому чуваку, который в скалах живет. Этот самый, как его, блядь? Странная запись. Это мы проебали, судя по всему. Символ веры. Ну-ка. Наш герой разыскивал предметы, связанные с доблестями и ужасами войны. Хотя можем добежать до Детмальда сейчас. Символ смерти, символ веры. Символ веры. А старый счет, и чего ж тут? А, это про Зывика. Обычный ругань. Так, сейчас, секунду, теория заговора. Ну, погнали, символ. А что память старых... А, это хуйня. А вечный бой? Медальон, символ веры, находится в руках короля. Ну, погнали, ладно. Посмотрим. Послушаем за символ веры, блядь. Так. Детмальд, блядь. Сейчас посмотрим, что он там нам скажет. Блядь, заебало лагать нахуй. Я, кстати, почитал за эти лаги. Бля, у всех такая хуйня. В третьей, говорят, такого нету. Я вот не помню по поводу третьей, но вроде как все равно работает. Так. Ты поговорил с королем? Он особенно обрадовался тому, что его можно отсечь от проклятия. Вот и хорошо. Мне понадобится медальон жреца Креста, а я слышал, что он у короля. Он ничего тебе не даст, пока ты не освободишь его от проклятия. И его можно понять. У тебя большие шансы не вернуться после встречи с Драугирами. Ох, Детмальд, скажи сразу. Вы просто боитесь, что я брошу вас тут со всем этим бардаком. Я-то как раз не боюсь. Я знаю, зачем ты здесь. А что до короля? Ты можешь обругать его, обозвать идиотом, если так хочется. Но просить не советую. Ты узнал что-нибудь о проклятии? По ту сторону мглы тоже есть чародей. Он пробует осмотреть поле битвы. Скорее даже чародейка. С чего ты взял? По плодам заклинаний их узнаете их. Особенности заклинания связаны со строением мозга. У женщины в голове все немножко набекрень. Это может быть Трис? Нет, ведьмак. Это кто-то гораздо более могущественный. Мне нужна волшебная пыль, чтобы начертить руны. А знаешь ли ты, что для создания волшебной пыли нужна истолченная смола мирры? Знаю. И ты, наверное, знаешь, сколько она стоит? В таком случае тебе придется подтянуть ремень, чародей, потому что у меня нет денег. Ты слишком много себе позволяешь. Может быть. Поэтому я стою не меньше, чем смола мирры. Убирайся, пока я не потерял терпение. Ты не спросил, зачем мне нужен порошок? И зачем? Я собираюсь провести экзорцизм и снять чары с твоего короля. У меня есть еще кое-что, что может тебе пригодиться. Да? Ты спрашивал про охранные руны. Возьми этот гримуар. Здесь есть все, даже знаки от воров. Я оставил в тексте некоторые пометки. Спасибо. Будь здоров. А порошок кто сейчас кидал? Так, снять проклятие Хенсельта. Снять проклятие Хенсельта. Подождите. Проклятие Хенсельта, да? У меня есть что-то на продажу? Из секира надо ее выкинуть, блядь, весит 5 килограмм. А стой, а по весу у нас что там вообще есть? Так, по весу у нас, ну, по весу, в принципе,
Вес позволяет. Итак, символ веры. А где, блядь, мне, может быть, поговорить с королем-то по поводу все-таки символа веры? Бля, короля-то и нету, да? Так, где... А, вон там, наверное, он сидит. Так, я сохранюсь, блядь. Держи себя в руках, боец! Приветствую, ведьмак! Вид твоего лагеря, наверное, вселяет ужас в сердца врагов. Запах так точно. Это обычная война, ведьмак. Капуста, пот и людской страх. Вечные спутники растущей империи. Благодарю за урок. Как я понимаю, остальные войска ты будешь переправлять в последнюю минуту? И что так не ослабляет сердца защитников крепости, как вид постоянно прибывающих отрядов врага? Хотя... эти сукины дети из Вергена – достойный противник. Они не станут удирать просто так. Славно жить с соседом, который знает, как драться. Думаю, население Айдирна с тобой не согласится. Дед Мальт любезно согласился мне помочь. Возможно, я сумею снять проклятие раньше, чем рассчитывал. Детали меня не интересуют. Мне нужны результаты. Кстати, мастер Геральт, что ты скажешь насчет долгосрочного контракта? Если это связано с чудовищами, я согласен. Как все отлично складывается. Мои особи как раз угрожают всевозможные... чудовища. Из меня плохой телохранитель. Ничего не выйдет. Ты ходишь по скользкому лугу. Он весь загажен исключительно погаными коровьими лепешками. Смотри, не вляпайся, ведьмак. Мне не отказывают. И все-таки. Я отправлял людей к палачу и за более вежливый отказ. Я не изменю решение. Хороший ответ. Правду говорят о силе ведьмачьего характера. Ты не размазня и свое дело знаешь. Если б меня окружали вот такие люди, а не жополизы, как большинство моих придворных. Ну ничего, я переживу. Ну, надеюсь, что переживешь, блядь. Хотя хер его знает. Итак, давайте-ка. Блин, мне надо сходить вот сюда вот. Вот сюда, там как раз живет этот, блядь. Сука, забыл, как его зовут, отшельник-то этот ебаный. Так, дождаться случая, чтобы дождаться шанса перейти мглу. Снять, а затем обсудить медальон. Убийца королей, старые счеты. Дождаться развития событий. Вдохновенный. Проклятие крови. Так, погнали к вдохновенному. Так и будем тут сидеть. Но можно поговорить с продавцом реликвий. Он тут ближе гораздо. Так, ну, хотя, с другой стороны, погнали к продавцу реликвий. Чё тут бегать-то, блядь, 20 раз? А где он? Сказал, что этот гвоздь был вбит ближе всего. Продавец реликвий, блядь. А, он в этом, что ли? Не, подожди, блядь. Он где-то здесь, вот, в палатке сидит. Или где? Вот же он, точно. Святые реликвии и всяческие блага. Богатый выбор, отличные цены, пожалуйста. На месте казни Сабрины я обнаружил следы сапог. Не знаешь, кто там шляется? А мне почем знать? Ты же их нашел, не я. Но это у тебя сапоги черные от золы. Тише! Ладно. Что тебе надо? Ты веришь в то, что продаешь? Ты о реликвиях? Люди в них верят, вот и ладно. Люди верят во все, что дает надежду. На войне солдаты гадят под себя и блюют от страха еще до того, как выходят в бой.
Если возможность поцеловать ржавый гвоздь придает им отваги, уже хорошо. Ты видел казнь Сабрины? Само собой, я в пятой роте служил. Такой был скандал, когда этот Яган проткнул ее копьем. Эх, мне бы сейчас то копье. Ты помнишь слова проклятия, которые Сабрина наложила на короля? Как запалили костер, она крикнула что-то королю, да так, что тот аж покраснел. Только я не расслышал. Может, сифилис ему напророчила? Страшная смерть. Где теперь копье Ягана? Понятия не имею. А тебя это и вовсе не касается. И говорить об этом не хочу. Ты знаешь Ягана? В жизни о нем не слыхал. Откуда имя ты такое выдумал? Ты помнишь чародейку Сабрину? Такая же, как все магички. С виду молодая нимфоманка, а внутри старый труп. Хочешь о ней поболтать, иди к этому путанику, который свечки жжет. Меня интересуют вещи солдат, павших в битве 3 года тому назад. Но никакие попало, только магически активные. Я смогу это проверить. Не к тому обратился, ведьмак? Я все больше по реликвиям. Будь здоров. Значит, надо... Так, у него есть имя. К вдохновенному идти. Но я тут не пройду. Тут, если прямо пойти, там слишком высоко. Высокий уступ, я не запрыгну. Ладно, пойдемте сюда, что ли. Я, кстати, тени маленько убавил, блядь. Вроде, кстати, более-менее... Кстати, блядь. Немножко получше стало работать, блядь. Но мне все равно не нравится, блядь, эти вот подлагивания, блядь. Ебучие. Опа, нахуй, лагануло, блядь. С чего, блядь? Пиздец, просто оптимизация. Ну, неужели, блядь, столько лет прошло, и CD Projekt, блядь, оптимизировать не может, блядь. Не смогла по-нормальному игру. Может, какой-то мод есть, блядь, для более хорошей картинки. Так, вдохновенный у нас. Здесь я не пройду, конечно же, есть инхуй. Вдохновенный у нас где-то... Сейчас найдем, я помню, где он. Так, вы кто такие? Солдафоны. Привет тебе, Герард. Понятия не имею, кто ты, сука, такой, но надеюсь, что гражданский. Ради твоей же пользы. Приветствую. Ага, здесь уже все начинается. Но мы тут были. Тут на нас напали как раз. Но солдатов вроде не было. Солдатов. Солдат не было. Они, видимо, потом пришли. Сейчас добежим. Бля, тут гарпии уже летают. О. Помоги нам, Боида, святой Сабрины! Спасибо тебе за помощь, ведьмак. Если б не ты, нам бы пришлось туго. Гнильцы плодятся, как кролики. Мы шли к вдохновенному. Хотели ему денег на свечки отнести. Но лучше я сдохну, чем сделаю еще хоть полшага. Если ты к нему идешь, передай ему вот эти деньги. Или вовсе не передавай. А сколько он денег-то дал, блядь? Встретиться вдохновенно. Блин, я не это самое... Не посмотрел, сколько он денег дал нам. Так, к вдохновенному. Сейчас дойдем. Он где-то, блядь, там. В закутке таком, внизу сидит. Ага, эти убежали.
Вот здесь, что ли, где? Вон дом-то его. Блять, а свечек-то нету, зато гарпии есть. Мы ни одной гарпии еще не убили, кстати сказать. А интересно, их сложно убивать? Нельзя сохраняться? Как нельзя? Ну-ка идите сюда, пидоры, блять, летающие. Так. Ну, не очень-то и сложно. Правда, тут еще есть. У нас нет ингредиентов, связанных с гарпиями. Глаза, перья гарпии. Это нам пригодится, я думаю. Так, это свечка. Вот. Маленько поднабрали. Вот ты. Тут, кстати, какой-то листок еще где-то лежит. Ну, с историей. Но я его не нашел в прошлый раз. Там три части. Пьесы, блядь. Так, ты. Я ждал их. Я знаю, что они шли ко мне с дарами. Я слышал крики. Видно, на них напали. Раз сюда не дошли, значит, их нет среди живых. Они живы, но испугались чудищ и вернулись в лагерь. Просили передать тебе деньги на свечи. Здесь только половина. За такие деньги я могу только фитиль скрутить. Скажи, что тебе здесь нужно? Я не верю, что ты здесь случайно. Ты прав. У меня есть масса вопросов. Только вот мало кто готов на них отвечать. Прежде всего меня интересует история Сабрины Глевисик. Послушай. Пока я не верну своих денег, я не буду с тобой ни о чем разговаривать. Бескорыстно я помогаю только своим последователям. Будь ты одним из них, был бы другой разговор. А сколько им... Ты охуел, что 500, нахуй, монет? А не понял, блядь. Я тебе вот 100 могу дать. Издеваешься? За кого ты меня держишь, предлагая такие крохи? Ты чё, тварь, блядь? А сколько ж тебе надо? Вот 150 дам, блядь, больше не дам, да? Блядь. Издеваешься? За кого ты меня держишь, предлагая такие крохи? А сколько тебе? Да 250, блядь. Ну 250 ты охуевшая, блядь, тварь. Издеваешься? За кого ты меня держишь, предлагая такие крохи? Ты какая, блядь, алчная скотина, ты посмотри, блядь. 300, что ли, тебе надо, блядь? 300 аренов, блядь. Хорошо, этого мне хватит. Так что тебя беспокоит? Ты наверняка многое знаешь об обстоятельствах смерти Сабрины Глевисик. Сабрина, мученица, покинула мир живых, чтобы заботиться обо всех нас. Ты слышал о проклятии, которое Сабрина наложила на короля? О проклятии? Конечно! Заслуженная кара! Белое слово, изреченное карминными устами. Король уготовил чародейке жестокую участь. Муку пламени и унижение. Прибитая к колесу, приговоренная, она испытала такую боль от огня, которую обычный человек никак вообразить не сумеет. Когда пламя охватило ее стан, из груди ее раздались не стоны боли, но слова, пророчащие скорый конец короля Хенсельта. Пусть небосклон пронзит падающая звезда, отмечая смертельный путь кровавым хвостом. Пусть глупцов прельстит рыбья чешуя, заключенная в квадраты блестящего золота. Пусть единорог попрет древние законы и приблизит приход справедливой кары. И таковы были ее страдания, что милосердный солдат сократил муки ее, пронзив копьем изболевшееся сердце ее. Откуда эти свечи? Чем отличается Сабрина от других магов, сожженных на кострах? Другие были сильны при жизни.
Ее же сила расцвела, когда смерть протянула к ней свои руки. Она в милости своей окружила опекой солдата, который сократил ее страдания. Больше ему не приходилось бояться, выходя в ночь. Ты видел эти земли? Всюду полно страшил и чудовищ. Яган, милосердный солдат, ступал с того времени в блеске ее силы, и ни одно существо, порожденное тьмой, не могло подойти к нему хотя бы на шаг. Есть какой-нибудь шанс найти твое копье? Это было так давно, ведьмак. Если я правильно помню, после меня оно досталось другому солдату, мародеру. Он по сей день возле корчмы в лагере торгует реликвиями светлой госпожи. Я знаю, о ком ты говоришь. У меня есть еще вопросы. Где мне найти Ягон? Так это же есть Ягон, блядь. Ягон где-то здесь? Ягон мертв. Он не был достоин идти путем лучезарной славы госпожи. Милость Сабрины имеет свои пределы. Ты не понимаешь, о чем говоришь, ведьмак! Скажи мне еще раз, что ты знаешь о Сабрине. Что именно ты хочешь знать? Прощай. Ничего не хочу знать. Так. Он делает свечки, типа того. А где он их варит-то, блядь? Должен быть чан какой-нибудь, с воском быть. Надо здесь повнимательнее посмотреть. Может, он что-то прячет, блядь. За домами. Ой, за домами. За домушкой своей. Нет, за домушкой. А у берега... Не, ну к берегу мы ходили. Там нет нихера. Так, к берегу мы ходили точно. Тут сундук просто был. Это что такое, блядь, чахотка заебала, блядь. Тут просто сундук был. Но больше ни хера. Ладно. Пойдемте обратно. Гарпии уже нету. Так что... Особо опасаться-то и некого даже. Два чистотела. А здесь что-нибудь лежит? Блин, где ж тот листок-то, который я найти так и не смог? Ну, дома-то у него вроде нету, да? Ну-ка, я просканирую дом. Нет ничего. Может, не дома, конечно, блядь, этот листок с историей. Причем мы нашли два листка. Вторую и третью часть. А первый, блядь, нету. Хер знает. Так, а тут трупы я уже сжег. Как бы все нормально. Где-то здесь такой есть. Вот, по-моему, да? Угу. Он самый. Это проход как раз в лагерь. Оп. Это, конечно, странно сделано. А обратно уже хуй пройдешь, блядь. Я уже не допрыгну. До этой скалы. Итак, продавец реликвиями, блядь, наебывает нас. Скотина. Святые реликвии и всяческие блага. Богатый выбор, отличные цены, пожалуйста. Я знаю, что у тебя есть копье, которым Яган пробил сердце Сабрины. Это он тебе сказал? Ха, вот тебе и раз. А я-то думал, что чудак все былые грехи позабыл. Мне нужно это копье. Тебе не повезло, ведьмак.
Последний раз я видал его пару лет назад. Что с ним стало? Ты смотри, какое совпадение. Тебе нужны сведения, а мне деньги. Может, мы того сговоримся? Сколько? Мое знание станет твоим, когда твои арены станут моими. Давай полкошеля. Расскажи о копье. А вообще, дела у меня идут ладно. Видишь ли, когда Яган спятил на почве Сабрины, я выкупил копье у трактирщика. Баран запил и заложил его на постоялом дворе. Яган уже тогда ошивался где-то в холмах, куда и заходить-то страшно. Иные его сейчас вдохновенным зовут, а по мне так он просто спятил. Я понятия не имею, почему бестия его не трогают. Только вот один рыбак, у которого я провиант беру, говорил, что некоторые чудища терпеть не могут запаха рыбьего жира, а Яган делает из него свечки. Что ты сделал с копьем? Стыдно признаться, но я проиграл его в кости. А жаль, потому что сегодня получил бы за него неплохую сумму. Копье у меня выиграл солдат, который потом дрался в лесах долины Понтера с белками. Он мне говорил, что пробил этим копьем какого-то скотоельского заправилу. Говорит, мол, древко треснуло, как на гребаном турнире. А интересней всего то, что этот заправила все еще жив. Я слыхал, что он теперь среди этой айдирнской швали крутится. Тоже мне великий полководец. Эти ельфы — сентиментальный народец. Кто знает, может, наконечники сейчас у него? Йорет. Ты о нем знаешь? И тебе расскажу. За 100 аренов. Ха! Будь здоров. Так, ну вот. Ты копье, значит, у Йорвита, блядь. А где Йорвит это искать? Хуй знает. Приветствую. Да. Йорвит это нету, блядь. Так, маленькие сестры сделали. Ага. Что еще можем сделать? Так, поговорить с Детмальдом. Найти знамя, мы этим занимаемся. Что у нас есть? У нас есть... доспехи Зельткирка, медальон Хенсельта у Хенсельта. По крайней мере, мы знаем, у кого он. Старые счеты. Ну, погнали к Детмульду опять, блять. Поговорим. С этой тварью, блядь. Блядь, чего меня заебало? А то он меня спрашивает про монету. С ними нельзя базарить-то, не? Поговорить с Детмальдом. Добрый день! Весь лагерь с ума сошел. А где Детмальд? Монет. Только их и ищут. А, он у себя в шатре в этом, блядь, гребаном. Думаю, я нашел способ освободить короля от проклятия. Тогда за дело. Нам необходимо копье, которым солдат ударил Сабрину. Проблема в том, что оно теперь у Йорвита, командира Скайтаэлей. Я знаю, кто такой Йорвит. Ты уверен, что это то самое копье? Ага. И последний раз я видел его во Флотзаме. Йорвит Вергене, ведьмак. Он и большинство окрестных белок. Они присоединились к восстанию этой холопки. Йорвит в крестьянском восстании? Странно. Есть только один способ во всем разобраться. Ты должен пройти через призрачную мглу. А что с остальными артефактами? Их ты тоже знаешь? Еще нет. Тогда подождем, пока не узнаешь. Незачем переправляться на ту сторону лишний раз. Ты не находишь? Нахожу. Я должен пройти через мглу, иначе заклятие не снимешь. Я дам тебе белый флаг. Ты будешь нашим послом.
Поскольку эта девка помешана на чести, она примет тебя, накормит, а если немного повезет, может, ты ее и трахнуть сумеешь. Ты болен, Детмальд. Говорят, она совсем не дурна. Или деревенские бабенки не по тебе? Не твое дело. На случай, если эльфы не разбираются в посольских знаках, наденет доспех. Его королевское величество дарует его тебе с благословением. Королевская забота о человеке, от которого зависит королевская жизнь, поистине безгранична. Вот мое последнее творение. Оно укажет тебе дорогу во мгле и даст кое-какую защиту от призраков. Спасибо. Будь здоров. Так, новый уровень у нас, да? А про какой доспех он базарил? Ну, блядь, Коля будет крутить, нет? Перебраться на другую сторону мглы за наконечником копья. Так. Символ смерти. А проваленных туда? Так, это лавка на перепутье. А, смотрите, а здесь, оказывается, не все задания можно сделать. Я же выбрал за Роше играть, а не за Скайтейли. Соответственно, Скайтейли отменились, блядь. Вон оно что. Значит, не все так страшно, если мы пропустим, допустим, какой-то, блядь, из какой-то из миссий. Какой-то из заданий. Проклятие крови. Так, перебраться на другую сторону мглы за наконечником копья. О знамени. Символ смерти, проклятие крови. Символ... Ну, вот у всех... То есть мне в любом случае надо пиздовать туда, на другую сторону. И символ ненависти там... О, точнее, символы ненависти можно узнать. А какой доспех он мне дал? Не интересует. Доспехи Зираэль. Блять, нихуя себе доспехи-то, блять. Здоровье плюс 30, нахуй. Ого. У меня он... Так, это мы, конечно, напялим на себя. Доспехи Зильткирк у меня только с усилениями. Лучше, чем эти. А тут и горение плюс 33, блядь. Давай напялим легендарную вещь. А как-то можем еще эти улучшить, наверное. Приманки. Усиление. Броня плюс 2. Так, руна улучшения меча. А, это руна, блядь. Да, серьезно, руна огня. Урон плюс 5. А у меня сколько? 31. Давай заебашим. Опа, нахуй. 33-35, отлично. Усиление для доспехов. Краснолюдские накладки. Ну давай краснолюдские накладки заебашим. Накладки из клепанной кожи. Броня плюс 1, здоровье плюс 15. Давай сделаем. Хули нет-то, блядь. И что у нас теперь по броне? 22. Охуенно. 22 броня. Я надел? Вроде надел. Так, блядь, солнце вылезает уже. А вон у нас... Золтан. Рад тебя видеть, старый хрен. Что-то у тебя рожа невеселая, Золтан. Курва. Хуже грустного краснолюда, только очень грустный краснолюд. У тебя часом водки, нет? Найдется. И то хорошо.
Жизнь без старых товарищей и горилки стоит столько же, сколько баба без жопы. Хочешь сменить обстановку? Пойдем со мной. Я собираюсь в Верген. Ты так говоришь, будто идешь в бордель за углом. Ты что, забыл о призраках? У меня, конечно, амнезия, но о призраках я помню. Только и слышу, нелюдь, карлик, хватит с меня. Там мои братья, краснолюды. И, сдается мне, Саския будет получше Хенсельта. Ты и правда поможешь мне туда добраться? Ясное дело. Знаешь, Геральт, я думаю, что там мое место. Я понимаю. Идем. Как мы через туман-то пойдем? Я-то думал, это верная смерть. Детмольд дал мне оберег. Ты его лучше сразу выкинь. Я бы пальцем не тронул ничего из того, что лапал этот хрен. У меня был выбор, идти с амулетом или без. Я выбрал первое. Ну ладно, это ж ты у нас знаток по части колдовского дерьма. Да уж, поверь мне и держись поближе. А мне-то что? Лучше с умным помереть, чем с дураками жить до сраной смерти. Я пойду с тобой. Так, Золтан с нами идет. Да, а что, подожди, амулет-то он мне дал какой-то. Оберег, вещь для задания. А мне его куда-то надо? Нет, ну, наверное, он автоматически напялится, блядь. Куда идти-то? Эх, блядь. Хуеть, блядь. Там через все... Ну да, вахули там. Через все поле ебашить. Бежит, что ли? Бежит. А второго-то придурка, блядь, не будем брать? Да хватит, блядь, мне эти плакаты показывать. Да не поговори. О, открыть. А я не могу выйти-то. Каидвена все хлещут собачью мочу. Еще раз спасибо, Геральт. Так, поле битвы, да? Погоди, погоди, куда ты помчался, блядь? Слушайте, давайте через поле битвы пойдем уже в следующей серии. Как раз будет интересно, я думаю. Ну, прогресс идет. Прогресс идет. Мы знаем, где наконечник. И узнаем, конечно же, где все остальное. С вами был Малдер. Всем спасибо за просмотр. До новых встреч. Всем пока.